дамы и господа! Внимание, внимание! Не проходите мимо! Самый увлекательный аттракцион этого сезона – ракета! Путешествие по всем планетам нашей галактики и обратно! Не проходите мимо! Осталось всего пару билетов! Через минуту ракета отправляется в открытый космос! Пристегните ремни! Мы отправляемся! Летай с этой планеты летом! Все запреты туда, где Архимедовы кометы пролетают в одном метре. Я вперво предприму меры, чтоб долететь до Венеры. Первые обузданные нервы, опа, опасные маневры. Вместо Питера на Юпитер, его я пока не видел. Вместо Урала, ура, полечу на Уран. Возле Сатурна, говорят, не дурно. Есть ракет, добраться нетрудно. Куда и когда угодно. Во вселенной огромной еду по пути. Я рада. Просто мне кажется, что это очень опасно. А что? Тебя там инопланетный Спанч Боб съест? Или, может быть, свирепые космические пингвины? Да нет же, девочки! Ее встретят миньоны и заберут к себе в плен. Все, скорее побежали собирать вещи. И все-таки есть у меня сомнение, что это плохая идея. Нет, конечно, я не верю в Спанч Бобов, в инопланетных пингвинов и миньонов. Но ведь там наверняка кто-то есть.